Ну что, друзья мои, как я долго не играл, как не хотелось мне играть, но я рассчитал комбинацию, что будет 3 семерки. Пришел, поставил и победил. Поставил на 50 тиражей, друзья мои, это было вчера, 22-го, в честь дня субботника. И я решил сыграть. И вот он результат. Победа. 30 тысяч. Будьте любезны, проверьте, пожалуйста, билетик. Выведите 30 тысяч на пропитание моим меньшим братьям, животным. Моим животным. Вот идет проверка. Да. Итак, сейчас выйдет квитанция отсюда, друзья мои. И вот она, победа. Победа, что не играв почти... Сколько я не играл? 3 месяца, да? Да. Забросил. Забросил. Потому что, друзья мои, есть много других добрых дел. Но выиграть, я все-таки считаю... Можно рассчитать, интуиция плюс. И вот она победа. Вот она победа. 30 тысяч. Друзья мои, 30 тысяч. Вот они, 30 тысяч. Получаем сегодня. Спасибо вам большое, уважаемые наши лучшие распространители. Друзья, учитесь играть, а вам... слабо за 3000 взять и выиграть. Взять и выиграть с помощью мысли, интуиции. И это правдивый репортаж суперигрока. И я опять не буду больше играть. Проявите и вы силу воли. Если не умеете играть, то не играйте. Научитесь сперва высчитывать, рассчитывать. И если интуиция вам подскажет, вы можете сыграть. И выиграть вот так, как я. Но только играть надо либо на 50 тиражей, либо на 30, либо на 20. И тогда победа у вас в кармане. Удачи вам, здоровья вам, мира, добра. Играйте и выигрывайте.